экстрима. В этом случае у нас картридер. Так, эта упаковка, она нам не нужна. Откроем картридер для microSD карточек. Так, это его упаковка, нам тоже пока не нужна. Колечко, чтобы его можно было вешать к телефону. Так, и сам картридер. Так, возьмем карту памяти. И вставим в картридер. Так получается. Так, здесь у нас есть USB кабели. Так. Вот, вставили. Определилось у нас устройство чебанка флеш-диск USB Drive. Открываем. Ну, тут что-то на карте памяти что-то было. Но не суть важно. Здесь мы можем посмотреть. Угу. Ну, давайте, допустим, что-нибудь туда перекинем. Ну, вот, допустим, так. Копировать. Ну, довольно быстро. Вот, соответственно. Удаляем. И извлекаем устройство. Может быть извлечено. Вот такой вот картридерчик. Маленький, аккуратный.